Всем привет! Мы с Светленой договорились сделать пранк над мамой. Мы с ней заварим. А что будет потом, вы увидите. А она, кажется, идет где-то. Всем привет! В общем, да, мы сегодня с Дашей решили пранкануть Надю. Я сегодня проснулась и думаю, пора снимать. Выполняю задание подписчиков. И я, значит, открываю, читаю, что мне там задавали. У меня написано: пранканите Надю с Дашенькой. И у меня сразу такая мысль возникает в голове, почему бы не сделать действительно какой-то пранк над Надей, причем такой, чтобы она себе на канал тоже об этом видео могла выпустить. Но как? Как это сделать? Чтобы Надя не знала, должна снимать Даша. В общем, когда я предложила Даше пранкануть Надю, Даша тут же написала: маме нельзя нервничать. Это очень с ее стороны, ну, круто, что она так беспокоится, потому что вы знаете, что, ну, Наде обнаружили диабет, ей действительно нельзя нервничать. И Даша первое, о чем подумала, это чтобы маме не сделать хуже. Я говорю: Даш, ну, мы не будем какой-то очень злой пранк делать, давай что-то сделаем такое безобидное, чтобы мама сильно не нервничала. Ну, в общем, что мы придумали? Мы решили, что Даша будет делать вид, что она собирается на свидание. Я вам сейчас не буду все рассказывать полностью, вы чуть попозже узнаете, но это интересный пранк. В общем, она сейчас делает вид, что она собирается на свидание, но маме скажет, что идет гулять с подругой. И ведет себя загадочно и таинственно. Ну и посмотрим, как на это отреагирует Надя. А что будет дальше, вы узнаете немножко попозже. Так... Даня погоняет снизу. Ой, сверху. Спасибо. Так крашусь. Так, где сидеть? Давай, идите еще погулять, девочек. Давай. Давай. Что ты робишь? Крашусь. Да, телефон заряжен, но погулять себе? Там пригласил. Зарядку тебе надо? Сейчас. Да, а... Ой, боже, телефон чуть ли не потеряла. Ой, да, пригласили там. Ну а что, свежий воздух. 82%. Можно подумать, что ты никогда не была на свежем воздухе. Чуєш? Що? А де ти наче знаєш? Що ти будеш іти кудись? А? Ану, дай. Да не знаю. Так просто Даню ж вот это ти виводила, вот, і вона вибігла. Ну, як обычно. Ні, так куди ти собираєшся, друг? Та погуляти. Та що? Десь 10-й. Час. Час дня. А що? Прогуляться. Так, надо. У тебе странна морда. Що, некрасиво я вигляджу? Голова хоч нормальна? Ти якось себе ведеш, наче, я не знаю. Ой, дуже странно. Що ти себе накручуєш, мені кажеться? Не, як мурмиза. Подивися, біла тоналка. Куди ти його мастиш ото? Блін. Даша, на носі воно з тієї сторони. Тобі світло так падає. Нормально. Можна мочити, пожалуйста? Я тобі що, прислуги тут? Ну, пожалуйста. Нанялась чи що? Ну, пожалуйста. Даша, що? Та блін, погулять там. Даша, в смислі? Я должна знати, з ким ти куди йдеш. Блін.
А, і ще, Даш. Що? Я вчора уборку робила, а ти сьогодні у котів міняєш лоточки. Угу. І поки ти не поміняєш лоточки в котів, ти нікуди не підеш. Тобі понятно? Да, ну, блін, я ще в магазин там зайти хочу. Ну, зайди в магазин, тільки я кажу, на носі розтушуй. Та розтушую, розтушую. Поки ти не поміняєш у котів лотки, ти нікуди не підеш, понятно? Угу. Я думала, блін, ми з тобою щось приготуємо, може знімемо щось. Ну, не знаю. А ти надовго? Наверно. Ладно. Боже, це так сложно. Вона з ким ти йдеш? Я так думаю, головне не сміятися. Аля, какая. Мам! Іди сюди. Нормальна ровна стрілочка. О, ти голубі стрілки зробила. Да. Нормальна, красива ровна. Красиво. Да. Слухай, так ніжно, гарно. Где моя красная помада? А що це, ти знімаєш чи що? А, я себе на канал. А, тюточка не кажеш мені. І я тут красива. Ну, не накрашена, але дуже красиво. Де моя красна помада? Ну, що тобі красна? Чуєш, а що ти так прикрила? Типа, ти що, ховала камеру? Ні, щоб красиво. Чуєш? А на що тобі красна? Візьми просто блиском накрас. Так краще буде. Ну. Я взагалі не догоняю, так рано ти. Просто бачиш, тут воно, як поставила. Ти давно там... вже знімаєш оце? Ну так, да. Ще коли ото. Собі на канал. Угу. Надо ж щось викладувати в конце концов. Дитина за розум взялася. Угу. А ну, подивись. Що за? Не, красиво. Нежно-розово. А совсем. Ух ты. Красиво. Так, надо еще... Ой. Так хватит уже той косметики. Сколько времени? Куда ты собираешься? О, блин! Час дня. Надо поторопиться. Чей торопиться? Так с кем ты идешь гулять, я потом? О, вот нашла. А где моя щеточка, мам? Вот это-то шо? Даша. Блин. Одно лежит. Ой. Я тобі задала питання. Що? Ти якась сьогодні трошки того притушена. З ким ти гуляти йдеш? Та так, прогулятися просто. Даш, якщо ти не говориш, з ким ти йдеш гуляти, ти не йдеш взагалі. Що це таке? Даш, я серйозно. Тільки не треба мене щось там цей, писати, що я дуже строга мама, але я хочу знати, де ходить моя дитина і з ким. Що? Де хожу? Я буду краще на магазині сидіти. Просто підеш сядеш на магазин, на скамейці сидітимеш чи що? Ні, ну позвали. Чоловік. Що, секрет чи що, блін? Ну, може ти так. Сильно повірила чи що в себе? Я хоч нормально вигляджу? Та блін, нормально, я спиталася, з ким ти йдеш. О, господи, я вже чую сюди. Що вони тут сюди її поставили? Так, надо... Ой, я забула подухатися, боже. Ну що, заменяла чи що? Яким духами? Та що? Тобі що, Машко, це ти з Владою, так? А? З Владою йдеш? Та ні. Секрет. А короче. З ким тоді? Даша, мені твої секрети не дуже подобаються. О, вот этим подухаюсь. Я не знаю, куди вас поставити. Іди сюди. Держи. Вот так. Нет, ниже, вот так вот. Все. Ну, тобі, кстати, красиві голубі стрілки. Спасибо.
тут она такая недовольная? Чи потому, що ти не можеш, куди ти і з ким ти йдеш? Цю. Даш, не тю, блін. Зараз взагалі нікуди не підеш, в мене вже все подається. Ну, от видиш. Тобі що, блін, важко сказати, чи що? З ким ти йдеш і куди? Фух, вроді нормально вигляжу. Даш, ти що, блін, глуха чи що? Зараз нікуди взагалі не підеш. Алло. Ну, мам, господи, да успокойся. Ой, не фокусируйся. С Владой я иду, с Владой. Тут что, важко было сказать, что ты просто идешь с Владой? Нет. Ну, ладно. Угу. Ой. Тебе не холодно будет? Нет, на улице 6 градусов. Что-то не хватает. Шапки, блин, не знаю, что не хватает, оно висит. Ты что? Я не поняла. Ну хотя бы шарф, Даша. Какой шарф? Ты что? Ты какая-то странная сегодня, не? Надо еще подухаться. Даша, ты подухалась только что. Алло, у котов. И бегом. Иначе ты просто никуда не пойдешь. Давай. Угу. Кошачий контент, Даші на канал. Давай. Вперед. Даш. Ой, ти що, зачарована чи що? Розбувайся, давай її. Убираю котів. Я в шокі. Ага. Ще, може, ще раз бризнуть? Ще раз бризнуть? Да. Іди, давай, у котів убереш, тут підеш. Угу. Привіт. Забаррикадировано. Капец. Вот моя жертва сегодняшнего пранка. Ну, привет. Привет. Да. Идем сейчас на школу. Для этого пранка Даше пришлось попросить своего друга прийти. И он специально наделал такую одежду, чтобы Надя его не узнал. В общем, сейчас я вам расскажу всю суть нашего пранка. Мы решили сделать так, как будто бы Даша целуется где-то с парнем втихаря, а мы проходили мимо, и Костя это сфотографировал на свой телефон. И мы пришли и просто показали это Наде и спросили, а с кем это Даша? Ну, как бы, Надя, ну, представляешь, вот мы шли мимо, и вот такое вот увидели. Я, конечно, до конца не рассчитывала, что Надя в это поверит, но поскольку Даша включилась в пранк еще с самого утра дома разыгрывала то, что она собирается куда-то пойти, надежда на то, что Надя поверит, все-таки была. Конечно же, она с парнем по-настоящему не целовалась, и даже в щеку не целовались, они просто стали так, что фотография получилась такая, как будто бы, ну вот она с кем-то встречается, а Надя ничего об этом не знает. Сейчас увидите. Короче, мы уже пришли, сейчас будем делать фото. Он типа меня в щеку поцелует. Что-то так. Но на расстоянии. Да. Так что вот так вот. Представь ее реакцию. Я не можу представити. Я представляю вже просто. Що? Вообще. Вона ж цю курточку не знає ще. Не знаю. Вона цю курточку не знає. Все, незнакомий мальчик. Да. Ти хто? В общем, ми зробили фото. Потім ми посадили Дашу з її другом к нам в машину і поїхали обратно домой. І Джесі з нами. И пока я пойду Наде показывать это фото, Даша с другом и Джесси посидят в машине. Но Надя об этом ничего не будет знать, конечно же. Она будет думать, что Даша где-то гуляет. Привет! Привет! Ой, какая красавица! Ой, да. Началась тревога, да. Мы почти ничего не успели. Блин, а я пришла гулять, ще... короче. А мы твою бачили. Да? Костя, сколько твою? Ну, я не знаю, за что я. Там уже не показывать вообще. Дивись. Собака точно моя. Вот это Джесси. Чего ж так дивиться? Что это? Ты что, гонишь? Та ну. Это ж Дашка? Дашка! Не Роман, чи що? Це що таке? То я тебе питаю, що це таке. Який Роман, блін? Ти що? Ну, а хто це? Це що за хребет? То я ж тебе питаю, хто це.
Це прийшла, заложила. Ні, ну аж чуєш, їй 14 років. Чуєш, я їй кажу, куди ти йдеш гуляти? Вона мені, типа, мовчить. Я говорю, ти зараз нікуди не підеш. Я її ще напрягла, кажу. Ось. Ну да, скинь. Спитайся, ну якось тільки я не закладала, якщо що. Будь ласка. Якось я не знаю. А хто, я закладала? Через 5-10? Ні, ну, я б знала про це. Я впевнена, 100% вона б мені сказала. Що сьогодні така... Що? Та що, типа гулять, скинеш мені. Хорошо. Я говорю, з ким йдеш? Вона, типа, мороз. Я кажу, ти щас, блін, вообще, говорю, нікуди не підеш. Заставила, щоб піти їй какашки пообирати котечі, бо я весь дом убрала. Я говорю, поки ти не обереш лотки в котів, говорю, ти, блін, нікуди не підеш. Так. Та ні, вона б мені сказала. У мене внуки повинні вперше появитися. Ти в баню, блін. Та не шучу, я скину тобі. Та я сама в шокі. У мене шок. Кожен день якийсь шок. Блін, треба позвонити, я ж хочу позвонити, де вона. Ти що будеш їй говорити? Нічого, спитаюсь, де вона, коли вона прийде. Ні, я маю на увазі, що ти за фото це скажеш, якщо я скину. Скажеш, ну, просто спитаюсь. Ну хочеш, можеш говорити, що дядя Костя вас бачив, можеш сказати. Тільки не фото надо. Не показує. Та ні, не треба, я просто спитаю доця, де ти, переживаю, тривога. Ну так. Да. Вже дебільна привичка ставити телефон на беззвучний і не брати трубку. Ще такі моменти, не бере. Я щось не знала, і мальчика, я наче всі її друзі знаю. Я не знаю этого мальчика. Я не знаю, я его первый раз бачу. Она трубку не берет. Ну, занята. Мать, ну занята. Чем? Мать, чем? Ким? 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 Это ты повинна знать, не я. Я сбежала от Нади, завела Дашу к себе домой. И Даша говорит, мама мне звонила, я не знаю, что ей сказать. Я говорю, ну скажи, что не слышала звонка, вот увидела пропущенный, перезвонила. Чого я коли дозвоню, не можу дозвонитися, Даша? Та я, блін, мені ж на беззвучно. Я не слышала. Ти, Даша, зачем ти осталась на беззвучний? Де ти? Та у мене привичка така. Я у подруги в гостях. В какой подруги в гостях? Ну, у Влади. Я ще говорила, що я з нею гулять пішла. Дашуля, просто зараз тривога, я хотіла, щоб ти прийшла додому. Так уже, по-моєму, отбой. Та я ж у подруги все равно. Когда Надя сделала такую долгую паузу, я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Потому что я понимала, что Надя думает в этот момент, что Даша с мальчиком, а ей говорит, что с подругой. И такая пауза, вот Надя просто думает, а как же себя повести? Мне сначала хотелось ей сказать, что в какой ты там подруге? Ну, какая подруга, если я знаю, что ты с мальчиком? Я тебя на фотке, блин, видела. Но думаю, сдержу себя, потому что сейчас она заволнуется, будет бояться идти домой. Я не знаю, как я себя честно держала, но у меня был такая пауза. Шок. Я вот тот момент, у меня прокручивается, что она там с мальчиком. Думаю, какой чай, какой чай? Короче. Еще и дома у кого-то, да? Еще и дома у кого-то, понимаешь? Думаю, пошла кому-то на хату, ну типа, блин. А я же ей показываю, соглашайся. Мама говорит, иди домой. Говорит, да, да, потому что я понимаю, что если она сейчас скажет, не пойду домой. Что... Да ты что, я бы сказала, сейчас приеду и помогу прийти. И тебе этому мальчику. Дашуль, я хочу, чтобы ты пришла домой. Уже так рано? Да. Ну, окей. Только сейчас, хорошо? Хорошо. И от подруги, когда выйдешь, набери меня, наверное, хорошо? Хорошо. Давайте. Давай. Только сейчас выходи, окей? Угу, давайте. Давайте. Ох, господи, я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Это так смешно, такая пауза. Она тупо стоит и не знает, что сказать. Она нас убьет просто. Я тоже думаю, боже, я сейчас Дашу насмешу, Даша засмеется, все провалится. Смотрю на тебя, ты даже не собираешься смеяться. Думаю, реально актриса. Так, теперь надо выждать. Ты же быстро домой не можешь дойти, ну, правильно? Да. Надо выждать. Ну, ты можешь идти домой, короче. Спасибо тебе, что помог. Хорошо, если шел, пришли. Давай. Ну,
Давай. Если что, обращайся. Веселый друг. В общем, сейчас Даша 10 минут выждет, и потом пойдет домой и попробует заснять реакцию Нади. Но это обязательно надо заснять. Надя может сказать тебе там выключ пока или что-нибудь такое. Ну, не знаю, ну ты должна как хочешь заснять. Я не засниму, держу. Да. Теперь все. Жертва я. Вообще. Да, сейчас такого будет. Мы же ей еще фотки скинули. Она сначала, я что-то открыла, какие-то не те фотки сначала, где просто вот вы стоите рядом, и ты так просто рукой щеку. Она говорит, может, она ему там что-то вытирает? А потом я достаю фотку, где одеваешь, типа, в обнимку. Она такая... Шо такая, знаешь, шо? Ой, супер. Та батон, глянь, как ему гулять не терпится. Прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Заперто. Тихо, громко не разговаривай, ты еще услышит. Поехали мы на кружок. 10 минут вот это выжди и иди. Ух, наконец-то я дома. Привет. Привет. Прохладно все-таки было, ветер. Всю прическу испортил. Прям замерзла? Да так. Ну, подруги согрелась, чай попила. А так-то, блин, долго и шла, холодно. Чем чай пили? Ну, просто чай. Все. Сидит, улыбается. Странно. Да вот не знаю. Так, ты что там, чай будешь? Не, не буду. Что такое? Ты меня снимаешь? Нет, я себя снимаю. Ну, сейчас я тебя снимаю. Нормально. Нормально? Да. У меня к тебе вопрос. Какой? Какой? Ну, я не знаю, может, это не снимать? Все. Я себя на влог снимаю, себе никого не трогаю. Ладно, пойду руки помою. Нет. Подожди. Ну, ты реально это будешь снимать? Ну, я не знаю. Короче, а я руки мыть. Ну, давай, мой. Да. Да. Ну а что? Конечно, жалко, что я так мало погуляла. Так и все. Ага. Что там Владочка рассказывает? Ну, нормально. Да? Угу. Потом еще пойдем погуляем, наверное, с компанией. Наверное. Тебе хотела кое-что показать. Что? Вот это Джесси? Ну. Ну, это Джесси? Да. Это наша собака? Ну, да. Что ты меня снимаешь, блин? Ты сюда смотри. Да смотрю я. А вот это кто? Я так, чтобы тебе хорошо видно было. Это кто? Ну. Ну, ничего такого иначе, да, в фотке? Ну, да, обычная фотка. Я тоже подумала. Друга по дороге встретила. Да, я думала, что ты ему там прыщи давишь. Сейчас. Друга по дороге встретила. Мне кажется, что вы как-то с ним очень сильно дружите, не? Шведская. Что ты меня, блин, снимаешь? А что? Я что вырежу? Ну, блин, зная тебя... Даш, давай, колись. Ну, колись, ну, блин, что это такое? Да друга по дороге встретила. Нет, это что-то... Ну, блин, ну что ты врешь? Я вижу, что ты мне сейчас врешь.
Врёшь, да? Честно, я друга по дороге встретила. Да что, блин, а прикинь, вот это я встречаю своего друга и сразу начинаю ему язык в рот засовывать. Да я так, просто по-дружески, да, чешу это такое. Да нет, даже... у меня тоже есть свои секреты. От меня секреты? Да. Окей. Я уже взрослая. Давно взрослый? У меня тоже, может быть, от тебя секреты. Даш, выключай камеру. А чё так сразу? Ты что, блин? Ладно. Можно? Блин, вообще как-то странно выглядит. Я такое тебе показываю, ты, блин, камеру мне в нос суёшь. Ну ты, Даш, я вообще... Да я влог серьёзно. Просто свой снимала. Даш, ты будешь влог вот это показывать или что? Да нет. Ну а чё ты улыбаешься? Мне как-то... Во-первых, мне как-то обидно даже, потому что я думала, что у тебя более доверительные ко мне отношения. Во-вторых, ну, я, да. Кто это вообще был? Сколько этому мальчику лет? Я не то, что там, я не ругаю, я не... Я просто интересуюсь, потому что там, ему сколько там? 18, 20? Ну, для меня важен его 15. Возраст. Сколько? 15. Ну, то есть это твой одногодка, да? Угу. Ой, ну, одногодка. У меня тоже странное очень поведение. Это поведение, блин, про Тамана и от тебе. Тем более, блин, ну, без конца края мне суешь камеру в нос. Чтобы я не орала, я тебе что думаю? Да. Я не буду орать. Мало ли там, какая у тебя реакция. Так какая у меня может быть реакция? У меня обиженная сейчас, обиженная реакция. Блин, ты сейчас полысеешь, еще чуть почешешься, останешься, блин, лысая. Ну, блин. Что это у меня за тоже это? Может быть самолюбование без конца и без края. У меня тоже может быть секрет от тебя. Ну, хорошо, я рада. Почему-то их раньше не было. Что ты смотришь? Еще порасчесывайся. Порасчесывайся. Так я не углысила, блин. Ну, я на тебя обиделась. Вот я не знаю. Блин, вообще, Даша, возле школы. Стоят зажиматься, это вообще нормально? Чё ты, ну что ты улыбаешься? Ну что ты улыбаешься? Это пранк! Это был Ваня. Ваня ещё говорил, Ли, узнаешь ты его? Не узнала. Это тётя Лена, да? Мы вообще-то с ней вместе. Надоумила тебя. Стопрот. Блин, мать. Ай, капец. Ох, и дурики. А что ты уже надумала? Ничего не надумала, блин. Что я надумала? Рука трясется. 15 лет уже тебе. Что я могла думать? Ну, что вы подумали? Тю. Нет, блин. Еще возле школы я так запарилась, думаю, блин, а если кто-то там сетки плетут, и этот увидят, думаю, блин, не дай, ну это вообще. И вообще, среди белого дня. Ну, да идите вы в баню. Ай, капец. Ай, Даша, мне чуть волосы. Ваня, тебе привет, блин. А я еще такого говорю, что это за хребет? Тетя Лена мне показывает фотку, я говорю, а это, говорю, кто? Блин. Ты а что я его, блин, не узнала, не могу понять. Ну, что он специально куртку надел такую же, типа. А я, блин, потому что я же его знаю, норм. Тетя Лена говорит, ну я это, а я еще, она мне звонит. И говорит такая, говорит, ну это не Ваня, говорит, не Максим. Я тебе говорю, я вижу, я знаю, ну типа, блин, а по одежке вообще непонятно, кто это. Вообще, блин, я-то твоих друзей знаю. Я сразу не поняла, она мне первую фотку показала, где вот так вот ты рукой типа к нему, поняла? Mm-hmm. Я вообще, ну, так говорю, ну ничего тут такого, говорю, прищи, Давид, ну, короче, прогнала. А потом вторую, думаю, не поняла. Там же по сосусах лупят, что это вообще такое, блин?
Ой, пранк у вас удался, молодцы. Тетя Лена, у тебя просто, тебе, ну, я не знаю, не блин. Не скучно. Вам только снимать с ней что-то. А как тебе над я? Над людьми, блин. Актриса, прям все актриса. Все та, блин, актриса. Сила, блин, так еще вот, она этим гусем, блин, прикрыла камеру, снимала. Ну, это вообще, я сразу не поняла, я хожу, блин. А вот это то, что по замку? Я ходила, я не думала, что ты поначалу снимаешь, а потом смотрю, блин, красится, снимает. Думаю, на канал снимает, как красится. Мне еще позвонила. А где ты была, когда я тебе звонила? В машине. Ты вот в машине это... сидела, пока я тебе звонила? Да, ну вот это, что я уже призвонила тебе, я зашла к тебе, не вот так, короче. Она пытается не смеяться. Блин, а я, капец. Блин, такая, держусь. Она как-то, блин, говорит, ну вот это же мы типа с Костей будем предателем, Дашу сдали, она обидится. Думаю, блин, ну а как тут не говорить об этом возле школы? Мало ли какой... Блин, я еще такая... Красивая. Вот. Все, короче, ну мы с бани. Разговаривай плохо нам уроки, понимаешь? Да. Да, конечно.